Keyboard, so it brings up the keyboard. I have it disabled on my machine, but you know, it would bring up the keyboard if you had it enabled. This brings up. And they are available, they are out there, and you can even get 4K with the Mac as well on this screen right here. The charger is very compact right here, and. Last and most important, although Wacom went with USB-C, which is great, they did not go with Thunderbolt 3, so no matter what you have on your Mac. The pen is quite a bit larger than the old pen. Да ну нахер! Одна вода! Сам разберусь и сниму свой обзор. С инфой и полезностями. Громадное спасибо тем, кто поддерживал и продолжает поддерживать меня на Патреоне. Без вас этого видео точно не появилось бы. Ух, красавцы. Окей, давайте посмотрим, что вышло. Wait. Stop here for a moment. Dear English-speaking watchers, it is not a secret that most of you can barely understand Russian language. Some of you may have not a single clue what that gibberish is at all. So that video has a specially made with love subtitles, just for you. Turn them on down below, and please enjoy this review of Wacom Cintiq Pro 16, okay? Good. Not stealing your time anymore then. Что ж, привет, народ! Если вы открыли данный ролик, то вы либо заинтересованы в приобретении графического дисплея от Wacom, либо вы мой друг, смотрящий это видео по моей слезной просьбе, либо же хейтер, который просто надеется отложить кучу в комментарии. Если вы один из последних, не стесняйтесь, приступайте, секция с комментариями вон там внизу, я не смотрю. Как бы то ни было, изначально я хотел посвятить этот обзор более флагманской версии мобильного планшетного компьютера Wacom Mobile Studio Pro 16, обладателем которого за последние несколько месяцев я стал аж дважды, но, увы, дважды вернул их обратно. Решив не рисковать с очередной покупкой перегревающихся автономных монстров от Wacom, я взял себе вот этого красавца без вычислительных мощностей. И пройдя еще ряд обидных и стрессовых испытаний, которые сами Wacom подкинули мне и всем остальным своим пользователям, смог наконец пользоваться почти лишенным изъянов продуктом. Именно почти лишенным изъянов. И это будет жесткий обзорчик, а начнем мы его с распаковки. Поехали. Что же ожидает нас внутри? Сам планшет, перо Prop N2, увесистая подставка под перо, в которой лежат аж 10 сменных наконечников, съемное крепление для пера, микрофибра для чистки экрана, макулатура, 4 сменных пластиковых кольца для персонализации пера, кабель и блок питания нашего планшета, кабель USB Type-C для подключения к ПК напрямую или, как альтернативный способ подключения, Wacom Link, переходник с этого самого USB-C на USB 3.0 и мини-дисплей-порт. Так, погодите, это что, всё что ли?
Тут надо бы поподробнее объяснить причину моего недоумения. И сейчас сразу скажу, что я буду рассказывать все с точки зрения тех, кто не штудирует ежедневно журналы, учебники и прочие новости по компьютерным технологиям, и знает только то, что у всех более-менее на слуху. Если же вы дока в данном аспекте, и с вашей точки зрения я говорю какие-то банальные очевидные вещи, то вы молодец. Напишите об этом в комментариях и перемотайте скорее на сам обзор. В описании есть тайм-коды, если что. Остальные же слушайте сюда. Для примера возьмем среднестатистический ПК, а точнее его графическую подсистему материнскую плату, на момент выпуска данного планшета. Это конец 2016 года. Что в нем будет 100%? Из USB точно 3.0, где-то 3.1. Реденькие, хотя уже встречающиеся материнские платы с от силы одним USB-C, по причине его еще недостаточной распространенности. Если вы обычный пользователь ПК, то ваша графическая карта либо офисная, либо игровая. Любой модели из выходивших за последние, допустим, 5 лет. Имеющая в своем распоряжении, возможно, ветхий DVI-I, а в большинстве своем располагающая одним или несколькими HDMI и DisplayPort выходами. К чему это я? Вот наше уравнение. В поставку планшета включены варианты подключения в виде одного USB-C кабеля, либо двух кабелей USB 3.0 и мини-дисплей-порт для ввода команд и вывода изображения соответственно. Что мы имеем в нашем потенциальном ПК? Вот такой уже вышеназванный набор. Допустим, в нашем ПК есть USB-C порт, скажете вы, Кару, в чем твоя проблема-то? Но не все тут так просто, друзья мои. В моем компьютере тоже имеется USB-C, и я вам больше скажу. Специально незадолго до приобретения этого планшета я купил себе новенькую мать, у которой имеется этот разъем. И все вроде бы хорошо, да? Ведь как для обычного пользователя выглядели на протяжении последних нескольких лет различные новостные заголовки в духе USB-C теперь поддерживает стандарты HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, его пресвятые носочки папы, быструю зарядку. А именно это выглядело будто любой, я подчеркиваю, любой USB-C поддерживает теперь эту технологию. Так как деталей на этот счет никаких нигде прямым текстом не дают, и не каждый графический художник обязан интересоваться технологиями и знать тонкости и нюансы взаимодействия оборудования, на котором он работает, особенно если оно не относится к рисованию. Он должен просто брать и творить. Не так ли? По первым поисковым запросам ничего подозрительного нет. Заглядываем на рекламный сайт Vacom, ведь именно туда мы идем, собираясь приобрести такой планшетик. Там нам сообщают, что нужен просто USB-C, и вы в шоколаде. Да, на первой презентационной странице, на которую ты попадаешь через поиск, написано USB-C с поддержкой передачи данных и трансляции видео, но это не выглядит подозрительно. Особенно вспоминая то, что я сказал чуть ранее. Чудесно, великолепно, втыкаем и получаем сообщение об отсутствии видеосигнала. Но планшетные функции работают, то есть как планшет типа Intuos мы его использовать сможем. Для этого ли мы купили планшет за 130 тысяч, да еще и проапгрейдили комп в придачу? Ну, я не из таких извращенцев. И да, прежде чем вы что-то скажете, я менял такие вот настройки биоса и туда и сюда, не в этом дело. Если продолжить копаться, то можно выйти на сайт vacom.com в российском сегменте и, проскроллив, сначала увидеть тот же самый текст, что мы видели чуть ранее. Затем, проскроллив еще, наткнуться на описание его характеристик, развернуть, проскроллить еще немного, вновь увидеть указания USB-C в типах графического ввода, успокоиться и закрыть страницу, решив, что все в порядке. Вот я уверен, большинство, не чуя подвоха, максимум дошли бы до этого момента и успокоились. Ой, зря. Ведь если проскроллить еще немного вниз, то вот он мелкий шрифт о том, что нам нужен именно USB-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort. И казалось бы, стоило лишь только покопаться в тоннах ссылок и текста, побыть придирой и прочитать абсолютно все данные, которые столь заботливо Vacom так удобно нам предоставляют, и все. Но давайте вспомним, что я говорил немного ранее. Для обычного пользователя, который хоть чуток следил за новостями, абсолютно все новые USB-C должны поддерживать эти режимы. Нет? Не должны? Какая жалость. А ведь, чтобы это узнать, нужно было лишь прочесать статью на Википедии и увидеть, как невзрачненько там сообщается о том, что не все альтернативные режимы реализуются в каждом устройстве с разъемом USB Type-C. Кроме того, что такие порты маркируются специальными пиктограммами, о том, как узнать, есть ли у порта поддержка альтернативного режима, больше ничего не сказано. Да и по поводу отметок тоже странный момент.
Например, на моей материнке DisplayPort находится прямо под USB-C, а соответственно пиктограмма может якобы относиться и к тому, и к другому порту. Например, для экономии места. Но это не так. Масло в огонь подливает еще и тот факт, что, судя по этой же статье, некоторые производители, в том числе и Apple, часто не маркируют разъемы USB-C, что еще больше усложняет выбор. Полная жесть. И даже уже постфактум на сайте производителя своей материнки Asus я не увидел никаких уточнений по поводу того, что может или не может порт USB-C в данной модели. Кроме само собой разумеющейся технологии быстрой зарядки. Да и в других более новых моделях тоже. Да и у другого производителя. Ничего. Вообще. Но не волнуйтесь, у Кару есть для вас хорошая новость. Если ее можно назвать хорошей, учитывая тот факт, что вы не сможете сразу пользоваться из коробки этим планшом, потратить еще деньги и время на ожидание доставки этого дополнительного костыля, только чтобы начать пользоваться этой дорогущей премиальной штукой. Но, короче, порывшись еще немного, я нашел возможное решение для тех, кто принципиально хочет пользоваться им через USB-C. Вот такая вот самопально выглядящая PCI-плата с поддерживающим нужный нам протокол USB-C портом за $50-60. Честно, до этого момента я даже не знал о существовании таких плат. О, еще кое-что. Недавно неожиданно для себя обнаружил, что в новых видеокартах серии RTX от NVIDIA тоже присутствует USB-C. Неплохой вариант для мажорчиков, имейте в виду. Фу, с USB-C разобрались. А что там с другими составляющими этого уравнения? USB 3.0. Он используется только для тач-жестов и ввода движений пером. Изображение вы с него не получите, и именно поэтому он используется здесь в тандеме с мини-дисплей-порт. Ваком, серьезно. Даже не в каждом ноутбуке используется этот разъем, отдавая предпочтение обычному HDMI или на худой конец Thunderbolt. Но блин, мини-дисплей-порт. Я уже сказал выше, что пользователи в основном используют графические карты с HDMI, DP портами. Иногда встречаются допотопные DVI-I, но вот уж мини-дисплей-порт вы там точно не найдете. В итоге, если вы владелец ноутбука или еще какого-то портативного устройства, в котором, на ваше счастье, есть мини-дисплей-порт, то поздравляю, вы в шоколаде. К примеру, мне, чтобы более-менее проверить работоспособность моего экземпляра, приходилось... Сейчас приготовьтесь. Подключать планшетный дисплей от Wacom в их же предыдущий продукт Wacom Cintiq Companion 2, в котором имеется тот мини-дисплей-порт, чтобы порисовать на графическом планшете через графический планшет. Выглядело это как-то вот так. Но так как на 4К этот малыш рассчитан не был, то при таком разрешении там наблюдались явные тормоза. Хотя четкость изображения была шикарна. А в родном разрешении планшета наблюдались какие-то странные косяки со стороны фотошопа и сенсора Cintiq Pro, что создавало угловатые линии, и экспириенс не производил должного впечатления. Настолько не производил, что я хотел законно вернуть этот планшет в течение 7 дней обратно в магазин, потому что я физически не мог получить переходник для компьютера в срок, чтобы полноценно проверить планшет. В итоге передумал и не скажу, что сильно пожалел, но осадочек остался и есть на что жаловаться. Ну, а если же вы владелец стационарного ПК, без какого-либо намека на присутствие в нем мини-дисплей-порта, то заранее, прежде чем приобретать данный планшет, найдите и закажите где-нибудь переходник с мини-дисплей-порта на дисплей-порт, поддерживающий как минимум стандарт 1.1a, с которого как раз и появилась возможность передавать картинку в 4К в 60 кадров в секунду. Просто убедитесь, что кабель поддерживает протокол версии 1.1a или выше, и все будет хорошо. Например, я взял вот такой, и он великолепно справляется со своей задачей, но должен сказать, что всякие переходники типа HDMI на мини-дисплей-порт или что-то такое не работают. Вот не работают и все. Я проверял опытным путем, я купил один такой и не работает. Нет. Просто нет. Вот так дядя Кару предотвращает массовое вырывание волос с головы в порыве гнева и негодования. С вас лайк и подписка. Тут не будет много слов, длинных разъяснений этот момент не требует, но это такая претензия, которая вытекает из того, к чему Wacom приучили своих пользователей прошлого поколения Cintiq'ов, а именно максимальной комплектации. Так вот, как мы уже заметили несколько минут назад, в коробочке с планшетом не было фирменной подставки, как мы привыкли и как это было ранее, вне зависимости от того, планшетный это ПК или графический планшет-дисплей. В этом, собственно, и проблема, думаете вы?
подставку убрали из комплектации и теперь продают за 10 тысяч рублей. В этом весь сыр-бор? Я был бы чуть более рад, если бы это было так. Дело в том, что рекламный сайт Vacom, любой его сегмент, будь то .ru или .com, сообщает нам о возможности докупить эту подставочку отдельно и упоминает ее несколько раз при перечислении доступных для нашего планшета аксессуаров. Только вот проблемка до недавнего времени крылась в том, что с момента выхода Vacom Cintiq Pro 16, а это, напомню, конец 16 года, компания выпустила подставку лишь для более дорогой версии Mobile Studio Pro, и то с опозданием в год. Она модель без компа внутри как-то подзабила, покормив пользователей в Твиттере и на форумах извинениями, пониманиями и обещаниями выпустить эту подставку скоро, но позже. Но только тогда, когда она будет прям идеально. Хотя причина, по которой подставка от Mobile Studio Pro не подходит к Cintiq'у, лишь в том, что крепление находится на слегка разном расстоянии. Лень в квадрате, помноженная на наглость, плюс немного алчного безразличия. Почему же я сказал «до недавнего времени»? Ну, потому что спустя 2 года, в сентябре 2018-го, Vacom наконец выкатили свой гений дизайнерской мысли, ради которого мы так долго терпели и ждали, чтобы наконец-то нам... Да я угораю, никто этого не ждал. Вы чё? Все давно уже купили себе дешевые универсальные аналоги от китайцев. Камон. Например, вот такой, от компании Hyon. Отличная штука, рекомендую. Но если вы вдруг реально ждали, то хорошо, проходите на сайты официальных реселлеров, тратьте свои честно заработанные, уже можно. Да, в планшете есть ножки для того, чтобы поставить его под углом 20 градусов, но это весьма временное решение. Посидите-ка над устройством, стоящим под таким углом, часок-другой, и вы взвоите от боли в шее и спине. Так что компанию это, ну, никак не оправдывает. Ладно, думаю, хватит с вас разжевывания. Я уже немного успокоился, поэтому можно включить свет и перейти к основной части видео. Надеюсь, вы еще не уснули там. Ну а теперь, когда мы успешно отбомбили по поводу того, какие Vacom зажравшиеся монополисты на рынке планшетов, давайте приступим непосредственно к обзору этой зверушки. До кучи ответив на возникшие по ходу дела не только у меня вопросы и взглянув на внезапно появившуюся и отдельно продающуюся плюшку, которую я приобрел и обкатал. Вот все для вас. Любой другой бы сказал, да нафиг надо тратить 10 тысяч на какой-то пультик. Обойдутся зрители. И клавиатуры хватит, и зрителям хватит. А я не, я о, какое, вы думали, я о, а я о. Ну и так как тут нет никакого ПК как такового, начнем по порядку. С внешнего вида, разъемов и кнопочек. Достаточно тонкий, почти монолитный прямоугольничек. Легкий, еще бы, вес 1.5 килограмма. Материалы качественные. Алюминий, стекло, резиновые вставки. Что на вид, что на ощупь, все весьма приятно, спору нет. За первое впечатление можно ставить десяточку. Но встречают, как говорится, по одежке, а провожают... Нет, такие дорогие вещи не провожают, если только по причине какого-то брака вычет. Давайте глянем чуть пристальнее. Угольно-черное полотно 16-дюймового дисплея, заключенного в достаточно толстые рамки по краям. Снизу логотипчик Vacom. Чтобы вы не забывали, кого винить во всех проблемах, если что. Поверх всего этого великолепия, приятное на ощупь и в этот раз не искажающее цвета матовое пленочное покрытие, дающее те самые ощущения соприкосновения с бумагой. Или как-то так. Не могу сказать, что это когда-то меня сильно цепляло, но чувство однозначно приятное. А вот что действительно неприятно в этом покрытии, так это то, что однажды заляпав его, у вас вряд ли выйдет его вычистить до блеска. Постоянно будут оставаться разводы, пятна и прочие портящие внешний вид загрязнения, чем бы ты их ни тер. Конечно, свежие мазюки у вас выйдет очистить весьма успешно, но вы только дайте им настояться денек-другой и поймете, о чем я. А про какие-то въевшиеся пятна под пленкой я вообще молчу. Как пользователь скажу, что не вижу сильной надобности в этих самых толстых рамках по краям, ведь я не собираюсь держать неавтономный графический экран в руке. А убрав их, можно было бы увеличить экран до 17, а то и 18 дюймов. Ведь никто не жалуется на небольшие рамки iPad Pro, а рисовать там одно удовольствие. Ну это так, к слову. Сразу развернем его тыльной стороной. Тут у нас чуть больше текстовой информации, на случай, если вы забыли, на что потратили свои деньги в этот раз. Те самые приятные на ощупь резиновые вставки для устойчивости планшета на поверхности. Крепление для изрядно запоздавшей официальной подставки для Cintiq'ов.
2 года ваком. Жалкая пародия на подставку в виде фиксированных по высоте откидных ножек, которые весьма занятно держатся в своих желобах на магнитных кнопках. Ну и отверстия для забора и выброса воздуха, сквозь которые можно увидеть 2 ноутбучных кулера. Да-да, вы все правильно поняли. Эта скотина греется. Причем, ух, как греется! Уж как шумит. Это я покажу вам чуть позже, когда мы подключим его непосредственно к ПК. Хотя я откровенно не понимаю, чего там такого страшного, что заставляет простой экран без какого-то аккумулятора сверхмощного процессора или блока питания так нагреваться. В то время как iPad Pro еле тепленький, хотя в нем есть все вышеперечисленное. Да, простите, я буду часто приводить в качестве примера этого малыша от компании Apple, потому что некоторые моменты в нем реализованы гораздо удачнее и продуманнее, чем у компании, специализирующейся на производстве графических планшетов. Это ли не смешно? Окей, ладно, тихо. Чтобы не выглядеть совсем уж яблочником, приведу в пример их собственный предыдущий продукт. Мой прошлый планшет Wacom Cintiq Companion 2, на который я тоже делал обзор и безудержно хвалил. Когда он был подключен к ПК в качестве планшета-экрана, он шумел и грелся значительно меньше, чем это. Тут уже сложно это оправдать. Ладно, беглый взгляд со всех сторон и идем дальше. Справа у него USB-C и слот для SD-карт, слева 2 USB-C и абсолютно нахрен никому не нужный в этом устройстве 3,5-мм разъем для наушников. Вот зачем он здесь, объясните мне? Хотя... Погодите, у MacBook'ов его уже отобрали или нет? Не убрали. Вакуум. Нафига он тут? Сверху кнопка включения-выключения с 2 индикаторами. Щель для того самого держателя пера и вроде бы кенсингтонский замок. Снизу ничего. А, ну да, я постоянно забываю об одной вещи. В съемном креплении для пера. И забываю не потому, что невнимательный, а потому, что это еще бесполезнее сенсорных кнопок планшета. Крепить перо вот так, конечно, надежно, но ни разу неудобно. А если поставить его вот так, то любое неосторожное движение и оп, вы уже идете покупать новое перо на замену разбившемуся паркет. True story, у меня так было с самым первым планшом от Wacom. Поэтому советую сразу забыть об этой гадости и хранить перо где-нибудь еще. Например, вот так извернулся я. Пссс, спасибо за подарок, Саня. Как видите, дизайн местами вызывает вопросы и сомнения по поводу компетентности сотрудников Wacom. Но с этим уже ничего не поделаешь. Так что давайте подключим его и глянем подетальнее на ПО этого планшета и дополнительные сенсорные клавиши. После подключения и установки драйверов с сайта Wacom нам становится доступным такая вещичка, как Wacom Desktop Center, где мы можем с горем пополам залогиниться в заранее зарегистрированную учетную запись, откорректировать, заархивировать или восстановить из архива сохраненные в облако настройки для наших устройств Wacom и, конечно же, получить и установить обновления, которые порой лишь добавляют проблем, но не всегда. Ничего существенно нового с 2015 года у нас не появилось, за исключением вот этой облачной архивации настроек, хотя она была введена довольно давно, я уже не уверен в правдивости своего собственного утверждения. Однако в данном моменте сути это не поменяет. Вы по-прежнему можете отстроить параметры Touch, забиндить и настроить различные экранные кнопки с макросами и нужными вам инструментами, отстроить цветопередачу, яркость и контрастность дисплея под себя, а также откалибровать положение пера, правда только относительно основного наконечника, с ластиком дела плохи. Но к перу мы вернемся позднее, там есть о чем упомянуть. Драйверы планшета стабильнее так и не стали. Периодически мы можем получить внезапно пропадающие до переподключения тач, ложное срабатывание сенсора на одновременные касания 3, 4 или 5 пальцами, сбои в распознавании силы нажатия до переподключения в одной или нескольких программах. Все эти проблемы решаются либо выключением и последующим включением планшета, либо перезагрузкой самого ПК, что неимоверно раздражает, особенно когда это случается аккурат в тот момент, когда ты сел постримить свои каракули. Ну или вот еще пример, произошедший уже во время монтажа данного обзора. Сел я, понимаете ли, дорисовывать переходы для видоса. И гляжу, вместо действия отмены, назначенной на одну из кнопок пультика, у меня почему-то срабатывает кнопка Shift. Думаю, окей, может просто в вакуумовском центре не определилась моя прога, бывает иногда. А нет! Эта сволочь просто сбросила абсолютно все настройки, что я сделал, а их было достаточно, на дефолтные. Блять, подумал я. Какого хуя? И благо у меня был создан бэкап большей части настроек за несколько месяцев до того, так что восстановил без особых проблем. Но представьте степень подгорания задницы у тех, кто не забэкапил свои установки.
Ух, как же это плохо. Ну, хоть тут стабильность ваком. С драйверами у вас всегда были проблемы и, похоже, будут, увы. Чуть не забыл, вам же нужно рассказать, что это за светящиеся пиктограммки в углу планшета. Это набор горячих клавиш с порой весьма сомнительными функциями. К тому же эти функции нельзя сменить, и поэтому коэффициент их полезности стремительно падает. Так, первая клавиша отключает дисплей и переводит планшет в, скажем так, режим интусы, то есть планшета без экрана, экраном для которого является основной монитор вашего компа. Наверное, чтобы те, кто, как и я, наивно верил, что все новые USB-C поддерживают альтернативные протоколы, хотя бы могли понять, что сенсоры у планшета в порядке, и хотя бы втрое-вчетверо более дорогой интус у них теперь есть. А там уж пользователь разберется, не дурак же. Короче, не понимая, зачем нужна эта кнопка, кроме как для сервисных нужд. Когда что-то там не работает, дисплей отключился или что-то такое, не знаю, напишите в комментариях, просто свой вариант. Вторая клавиша вызывает сатану водопроводчика, который исправит вам все глюки драйверов, настроит отображение 4К 60 FPS через Wacom Link и поправит все связанные с Windows косяки отображения, стоит вам только коснуться этой адской кнопки. Не, эта кнопка просто включает-выключает Wacom Desktop Center. Все. Как будто я не мог его запустить, просто кликнув на него. Серьезно. Третья клавиша вызывает экранную клавиатуру. Причем на том экране, который настроен в системе как основной. И чаще всего это не экран планшета. Мега полезная вещь, прям каждый день юзаю. Даже не знаю, что тут еще добавить. К четвертой кнопке мы вернемся через пару мгновений, а пятая включает и отключает сенсорный ввод, то есть распознавание касаний ваших пальчиков. Тут уже полезненько, кроме шуток. Я лично знаю людей, которые почему-то не хотят пользоваться сенсорным вводом, хотя эта функция заметно упрощает взаимодействие с холстом и планшетом. Ну, вкусовщина, наверное, не знаю. Чтобы узнать, что же делает четвертая кнопка и супер плавно перейти к следующей теме нашего обзора, давайте начнем более детальное знакомство с дисплеем этого планшета с нажатия этой кнопки. Четвертая клавиша уже чуть более нужная, хотя все еще не обязательная. Она сразу вызывает окно настроек дисплея. Ну, как сразу, после 30-секундного ожидания. Вот тут мы уже вольны поправить все косяки отображения цветов, яркости, гаммы, контрастности и прочих мелочей, без коррекции которых вы скорее всего будете восклицать: «И чё это за бледнота позорная?». Со стандартными настройками вы получаете гамму 2.2 в цветовом пространстве Adobe RGB, которая весьма заметно уводит картинку в теплые тона и искажает цветовосприятие, чего ваш светло-синий становится слегка бирюзовым, а теплые желтые тона приобретают еще более насыщенный и агрессивный оттенок. И это весьма неприятно, согласитесь? Покупая устройство за 130 тысяч, нам, оказывается, придется еще и возиться с коррекцией цветов. При всем при том, что устройство-то рассчитано на людей, которые профессионально замешаны в творческой сфере, и посему этот планшет априори должен иметь почти идеально отстроенный дисплей, как это было с их предыдущим поколением Цинтиков, или как это есть в данный момент с iPad. Любыми, хоть про, хоть не про, а ведь это устройство изначально не нацелено на только лишь творчество. Я говорил, что буду часто приводить iPad в пример, да? Если же из стандартных, уже предустановленных настроек цветового пространства протыкать каждое, то мы увидим, что sRGB адски бледнит все темные оттенки и отвратно снижает насыщенность всего и вся. REC 709 возводит это в квадрат, DCI-P3 выкручивает контрастность темных оттенков до космических высот и так далее. Выход всего лишь один — взять все свои лапки и подкрутить все в пунктике под названием «другой цвет», что я, собственно, и сделал, проклиная Wacom, на чем свет стоит. В попытке добиться приблизительно усредненной картинки между моим основным монитором LG, у которых, к слову, всегда был полный порядок с отображением цветов, и экраном моего iPad Pro, я пришел вот к таким значениям, и отныне изображение на экране Cintiq меня вполне устраивает. Быстро подытожив, можно вынести из этого всего следующее. Предназначенный для работы с изображениями, фотографиями и прочим мультимедиа-контентом девайс за 130 тысяч рублей не может выдать хорошее изображение прямо из коробки без дополнительных танцев с бубном и тонны мата, сказанного в адрес производителя. Чё поделать? Пойду порисую, что ли? Подумайте вы, и не сможете этого сделать по нескольким причинам. Если не располагаете некоторыми знаниями и тонкостями настройки винды, ведь если вы пользователь именно этой операционной системы, то вам, как пользователю данного графического планшета, мягко говоря. Но обо всем по порядку. Для начала глянем, что происходит в момент первого подключения планшета к ПК. Подключаем его посредством Wacom Link, так как USB-C у нас может не оказаться. Кто не понял, почему, гляньте начало видео. Оп.
А это что у нас такое? Как это не 4К? Ну ведь в характеристиках написано же... Нельзя, значит. А что если я скажу тебе, что можно получить 4К в 60 кадров в секунду через Wacom Link, и производитель тебе нагло врет? Чё, да не может быть, смотри, они на форумах отвечают официально, что это невозможно, и даже в характеристиках об этом пишут. Да чё производители, даже реселлеры это указывают. После всей этой путаницы с проводами и превращения полной комплектации в покупку DLC, будто ты купил игру от Electronic Arts, ты им веришь? Ну блин, окей, убедил, рассказывай. Так и быть. Все, что тебе нужно сделать, это подключить устройство, используя именно левый верхний порт USB-C. И после первого включения планшета в таком состоянии, выключить его и включить вновь. Вуаля, 4К 60 FPS. Не благодари. И не бойся, тебе не придется делать так каждый раз, но если собьется, теперь ты знаешь, что делать. Ага, ясно. Интересно, какой смысл Вакому врать пользователям даже после того, как выяснилось, что это возможно? Интересно, кто это только что был? Кстати, сюжет был снят несколько ранее, и за это время Вакомы успели выпустить новую версию Wacom Link и подправили инфу на сайте вместе с небольшим его визуальным апдейтом. Теперь там корректно показывается возможное разрешение, допустимое при использовании мини-дисплейпорта. А также они одумались и добавили возможность использовать HDMI, что весьма упрощает первое время использования, однако все еще не дает пользователю разрешения 4К без использования мини-дисплейпорта или USB-C. Так что по сути проблема никуда и не делась. Да и решить ее сикость-накость они решили только спустя 2 года после выпуска самого планшета. Хорошо, 4К теперь есть, и о, святые макароны, насколько же это белиссимо. При сравнительно небольшом размере эта IPS-матрица выдает волшебно четкую и приятную глазу картинку. При условии, что вы смотрите на соответствующего разрешения контент, конечно, но даже если нет, то из-за похвальной плотности пикселей, примерно 282 ppi, отдельные пиксели, лесенки и прочие подобные прелести видны не будут. Вы только посмотрите на это небольшое сравнение. По-моему, это достойно похвалы. Особенно после такого количества ругани. На чистом черном экране с углов по периметру виднеются легкие засветы, что, конечно, неприятно для устройства с таким ценником, особенно когда у нас есть более удачные примеры дисплеев за вдвое меньшую стоимость. Но во время работы, должен сказать, эти засветы видны не будут. Конкретно в моем экземпляре присутствует крайне неприятный дефектик ближе к середине экрана, засвеченное пятнышко, которое хоть и еле видно, но иногда даже во время работы бросается в глаза и вызывает желание протереть экран или еще что-то. Прям вот обидно, но не фатально. А помните, как раньше все бомбили по поводу воздушной прослойки между экраном и стеклом, о которой я упоминал раньше в своем обзоре? Гляньте, кстати. Возрадуйтесь же! Теперь дисплей прямо под вашим пером, никаких прослоек, никаких искажений и радужной пленки. Конечно, из-за этого, из-за того, что Wacom решили использовать какое-то тоненькое стекло ли вообще? Теперь у нас другая проблема. При сильном давлении на перо экран будет слегка продавливаться, особенно ближе к середине, и создавать радужную рябь вокруг пера, очень мешающую иногда во время работы с темными участками фото или рисунка. Я к этому приноровился и стал нажимать менее яростно, хотя и так яростно никогда не нажимал, но после вкуса и не из приятного. О, так ведь этот экран еще и сенсорный, то есть я по нему пальчиками лозить могу. Ну-ка. Чё за бред? Почему тыкаю здесь, а происходит все там? Я смотрю, ты и шагу без меня ступить не можешь. Тут что, любое мое действие будет требовать какого-то шаманства? Я вроде эту хреновину купил для того, чтобы комфортно работать, а не самоутверждаться за счет нахождения каких-то косяков. Воу-воу, успокойся, тут все довольно просто. Слушай, все, что тебе потребуется, это зайти в панель управления. Найти пункт «Параметры планшетного компьютера». Во вкладке «Экран» для начала выбрать в выпадающем меню отображение «Твой Cintiq», затем кликнуть на кнопочку «Установить», выбрать сенсорный ввод и выполнить инструкции на экране.
Но затем на всякий случай можешь все то же самое повторить с водом с помощью пера, а то мало ли. И теперь все работает. Ага, то есть для неподготовленного пользователя, что не особо шарит в винде, это, по-твоему, просто, да? Ну, как бы все работает, работает. Отлично, у меня тут срочное дело образовалось, мне пора, буду позже. Эй, эй, стой, кто ты? Ой, дьявол. Окей, теперь, похоже, все на месте. Тач работает, перо работает, разрешения хорошие. Поставлю масштаб 150% и попробуем, наконец, поделать то, зачем мы это все-таки взяли. Порисовать в фотошопе Eclipse Studio Paint. Ну как вам? Слышите этот волшебный гул леса, расслабляющий шум приливных волн, пение птиц, одинокую свирель пастушка вдалеке? Вот и я не слышу, потому что это все затмевает наше дорогостоящее чудо. Вот молодцы, Ваком, прям вот то, что надо, за это платил. Спасибо. Эх, ладно, пойдемте уже порисуем в редакторах. Впервые запустив Photoshop, скорее всего, ничего необычного пользователь не заметит. С этой программкой в разрешении 4К все более-менее хорошо. Перо работает исправно, слегка возросшая чувствительность к нажатию ощутима. Тач работает как и ранее. Неаккуратное прикосновение ладонью заставит сработать жест на 4-5 пальцев, иногда 2-3, что порой дико раздражает, но впоследствии со скрипом привыкаешь и к этому косяку. Сейчас бы привыкать к косякам в планшете за такие бабки. Менюшки могут быть слегка мыльными, в зависимости от степени увеличения интерфейса, который вы выбрали в системе. Это нормально и никак не влияет на контент, с которым вы работаете. Там все будет красиво и четенько. Кого-то это легкое мыльцо в менюшках раздражает, но мне абсолютно плевать на менюшки, главное, что холст, на котором я работаю, не размыт. И если вы тут ради суперчетких менюшек, то ставьте масштаб в винде 100% и мучайтесь мелкими шрифтами. Или не берите это устройство. Нервы сэкономите. Деньги тоже. Специально для перфекционистов заснял небольшой отрывочек в слоу-моушне, чтобы вы сами увидели эту задержку между движением пера и курсором. На деле вы никогда этого не увидите, но я знаю, что некоторых людей это волнует. Пожалуйста, все для вас. Окей, думаете вы, расслабившись. Наконец-то мои страдания закончились. Ну, тач кривоватый, но я привыкну, можно уже нормально работать. Только вот работаете вы не в одном лишь фотошопе. Но и в Sai, Eclipse Studio Paint, Corel Painter, ставьте название нужного графического редактора. Надо бы пойти проверить, как там дела обстоят. Почему бы и нет? У меня есть Eclipse Studio Paint, давайте попробуем его запустить. Окей, пока вроде все хорошо, создадим холст. Ну-ка. Воу, что это за магия? Что за смещение? В ФШ же все нормально было. Потому что Photoshop более нативно работает с разрешением 4К. Понимаешь? Какая мне разница, как и что здесь работает? Когда эта нелепая херня с косяками уже кончится, а? Только расслабишься и тут на тебе, жри, пользователь. Расслабился он. Ох, ты какой-то нервный. Ладно, не парься, здесь тоже все легко и быстро. Если ты, конечно, шаришь и знаешь, куда лезть в системе, ну или любишь гуглить все подряд, вместо того, чтобы пользоваться адекватной, сделанной для людей техникой, справляется так. Открываем расположение нашей установленной сырьевой программки, в нашем случае Eclipse Studio Paint, и ищем там исполняемый файл, exe-шник. Кликаем правой кнопкой мыши. Свойства, совместимость. Здесь лучше выбрать изменения параметров для всех пользователей, на всякий случай. Жмешь кнопку «Изменить параметры высокого TPI». Ставишь последнюю доступную тебе галочку и выбираешь в выпадающем меню выполнение масштабирования по приложению. Применяешь во всех окнах то, что ты сейчас проделал, и теперь можешь запустить свою любимую рисовалку. Интерфейс стал заметно меньше, но зато никакого смещения. Откуда вы вообще знаете, что в винде существует такая возможность? Я впервые сейчас об этом слышу. Ну, век живи, век учись. Никто тебя не тянул за кошелек центик покупать.
Удачи. Спасибо, ага. Удачи, говорит. Да, я уже не надеюсь, что более подробное знакомство с пером и вот этим пультом пройдет гладко. В целом, да, после очередного костыля все работает на удивление хорошо. Ну, хорошо, насколько это возможно, конечно. Если вы не поняли, как хорошо, отмотайте назад и посмотрите еще раз отрывок про работу в фотошопе. Так как плавность работы зависит уже от вашего ПК, а не от самого планшета, то рассматривать этот момент мы уже не будем. Надеюсь, не надо объяснять почему. И сразу перейдем к более детальному рассмотрению нюансов пера и пульта дистанционного управления, который приобретается отдельно. В комплекте с Cintiq'ами Pro и перо прилагается тоже Pro, а именно Pro Pen 2, с возросшим до 8192 показателем распознавания уровней нажатия и заявленным распознаванием угла наклона до 60 градусов, что я толком нигде и не заметил. В остальном это все тоже перо, что мы имели и до этого, только материалы использованы более матовые, а сменные цветовые колечки для персонализации напротив щеголяют оттенками типа металлик. А, ну и само собой, для этого пера и наконечники были переизобретены, чтобы всякие энтузиасты больше не могли засунуть туда вместо нового наконечника подточенную палочку спагетти, леску или зубочистку. А шли в магазин покупать наборчик стержней за 1000-1500. Ведь форма у них теперь вот такая. Чуете эту тенденцию, да? Все делают, чтобы народ покупал, покупал, покупал отдельно. Боюсь представить их следующую серию продуктов. Here comes the money. Here we go. Money talk. Вместе с этим изменился и тип соприкосновения наконечника с поверхностью экрана. Если раньше этот самый наконечник был неподвижен в пере и во время рисования это по ощущениям больше напоминало рисование карандашом или шариковой ручкой, то теперь кончик пера ощутимо пружинит, и от этого создается ощущение не то жесткой кисти, не то упругого маркера. В любом случае, к этому потребовалось время на привыкание. Поначалу я не мог нормально вывести ровную линию от этой пружинистости, но спустя несколько дней мне даже понравилось. Но понравилось только после того, как я сменил обыкновенный наконечник на вот такой, так называемый фетровый. 4 таких идут в комплекте с планшетом и хранятся в прилагаемой увесистой подставке для пера. Удобненько. С фетровым стержнем рисование еще больше напоминает работу маркером или фломастером, добавляя легкое сопротивление и шероховатость наконечника, что, на мой взгляд, чуть повышает точность. Может так, может нет, но вот эти вот наконечники в данной модели мне зашли. Внизу на подставке нам иллюстрируют, каким именно образом инженеры и дизайнеры Vacom предлагают нам вынимать сточившиеся стержни пера. И это тупейший способ из всех, что я видел. Серьезно, вы видели, какими тонкими стали стержни? А подставка-то жирная, тяжелая. Сломать или повредить наконечник, да как нифиг делать? А что если я просто хочу поменять еще неиспользованный стержень на другой? А, Vacom? Поэтому нет, спасибо. Лучше уж буду менять их пальцами или пинцетом. Чего и вам советую. Из плюсов этой ручечки можно назвать приятные материалы, практически тот же самый привычный дизайн, наличие ластика, хотя с этим пером я тупо перестал им пользоваться, но об этом позднее. 10 сменных наконечников двух типов в комплекте тоже довольно приятная вещь. Только вот за время этого обзора, я надеюсь, вы уже поняли, что нам и шагу не дадут ступить, не наткнувшись на какой-нибудь косяк. Так дела обстоят и с пером. Итак, во-первых, в отзывах пользователей и, если я не ошибаюсь, на видео некоторых обзорщиков, я заметил их неподдельное восхищение тем, что ближе к краю экрана теперь нет или почти нет смещения курсора относительно пера. Так вот, это неправда. Смещение есть, примерно такое же, как и было в предыдущих моделях. Его почти нет на Mobile Studio Pro, я проверил, пока он у меня был, это так. Но в Cintiq'ах все с этим грустно. Просто вы вряд ли будете часто работать на самых крайних экрана, ведь этот эффект больше нигде себя не проявляет, однако то, что эту мелочь все еще не могут исправить, никак не добавляет презентабельности устройства. Во-вторых, ластик. Что же может быть не так с ластиком, спросите вы? А ответ у меня есть для вас. Опять же, смещение курсора относительно положения пера. А точнее, ластик тупо физически закрывает собой положение курсора, и если размер кисти ластика не очень большой, вы будете испытывать серьезные проблемы со стиранием таким образом. Объясню более наглядно. Вот скриншотик того, как на этом планшете выглядит позиция курсора относительно ластика со старым пером Pro Pen от Cintiq Companion 2. А вот скриншот того, как на этом же самом планшете выглядит позиция курсора относительно ластика с новым пером Pro Pen 2. Что? Вы не видите курсора на втором скриншоте? Да как же так, вот же он! Всего лишь скрыт от наших глаз ластиком полностью, велика проблема.
Можно полностью забыть о точности использования ластика при таком сильном дисплейсменте. И как я уже сказал ранее, я совсем перестал пользоваться обратной частью пера, хотя раньше делал это постоянно. Самое смешное — это то, что у вас не получится откалибровать это дело. Ведь калибровка ластика напрямую привязана и зависит от калибровки самого пера, и не может быть изменена по отдельности. Нарочно настраивайте положение пера неверно, и вуаля, ластик на месте, но комфортно рисовать его уже точно не сможете. Просто аплодирую стоя. Молодцы, Ваком. Молодцы, браво. Давайте еще. Да, супер. А вы что сидите? Давайте вставайте, аплодируйте, аплодируйте. Аплодируем, Ваком. Да. Честно, я долгое время подумал оставить перо от моего старого компаньона, но потом решил, что я просто привыкну пользоваться ластиком через смену инструментов в программах, и все. Больше по перу у меня добавить нечего. Удобное, приятное, со своими болячками, которых раньше в продуктах Ваком не было. Ну что ж, напоследок у нас пультик. Закончим же наш мега-обзор. На десерт я приготовил вам вот такую вот вещичку. Это отдельно приобретаемый пультик дистанционного управления для назначения различных макросов. Его, само собой, можно использовать в абсолютном отрыве от планшета. В видеоредакторах, в текстовых редакторах, в играх. Да используйте его где угодно, это же просто набор кнопочек под управлением ПО от Ваком. Да-да, того же самого Ваком Desktop Center. Здесь все предельно просто. В коробочке нам дают сам пультик, USB-донгл для подключения пульта к ПК, проводочек micro-USB для зарядки и пачку жвачки, то есть макулатуры. Хотя бы в этом продукте, который сам по себе изначально являлся решением для устройств с большой диагональю, чтобы не делать там кнопочек для левшей и правшей, Ваком сделали все максимально хорошо. Насколько это возможно в их нынешнем шатком положении зажравшихся ленивцев. Да. Внешне это небольшой, приятно прохладный металлический прямоугольничек с сенсорным кольцом а-ля новые Intel или Mobile Studio Pro, 18 кнопочками и прорезиненной задницей для избежания скольжения, если вы расположите пульт на поверхности большого планшета или на столе. Ощущается качественно, материалы действительно приятные, а уж эта текстура металла. Сделан пультик максимально универсально зеркальным, чтобы вы могли пользоваться им вне зависимости от того, какой рукой вы будете орудовать. Снизу есть два индикатора и рычажок включения, а сверху micro-USB-порт для заряда. Короче говоря, по внешнему виду и ощущениям здесь полнейший порядок, не придраться. Подключив ресивер к ПК, вы увидите, что теперь этот пультик отображается как отдельное устройство в списке Ваком Desktop Center. Его можно настраивать точно таким же образом, что и кнопочки предыдущих моделей Cintiq, с разделением надстроек по приложениям, изменением уровня чувствительности сенсорного кольца и даже отображением заряда самого пульта. И говоря о заряде, я могу с уверенностью сказать, что он впечатляет. Без преувеличения, этот наглец проработал целый месяц при практически ежедневном использовании, до момента, когда заряда осталось всего 10 или 5%. Вот уж удивили, так удивили при нынешней-то потребности заряжать все подряд по нескольку раз на дню. И черт подери, неужели этот пультик идеален? Нет. Не-а. Нет. Тут тоже есть свои черти. Они не такие страшные, как те, что мы рассматривали ранее, но все же... Ваком, по что-то так. Я не могу. Нет, это ужас. Это ужас. Я знаю, что этот обзор уже и так достаточно длинный, поэтому я буду максимально краток, ведь этот пультик совсем не главный герой этого видео. Первый из неприятных моментов — это стабильность соединения с ресивером. Вне зависимости от степени удаленности пульта от этого самого донгла, вы будете изредка замечать, что у вас либо залипла нажатой какая-то кнопка после нажатия макроса, либо макрос и вовсе не применился. Порой это провоцирует весьма неприятные моменты, когда у тебя вдруг бесконечно нажата кнопка Alt, что вызывает инструмент пипетка, но ты при этом ничего не жмешь и не держишь. И только потом до тебя доходит, что пользуешься пультиком от Ваком, и поняв, что проблема в нем, жмешь еще раз один из макросов, который недавно нажимал, и все проходит. Мелочь, а не приятно. Пойдемте сюда. Другая вещь — это небольшая вероятность, что у вас прекратит работать тач-кольцо. Ну, просто возьмет и перестанет реагировать на прикосновение. Все? Брак, сдавать по гарантии, менять, плакать от череды гребаных подстав от Ваком, которые не думают прекращаться? Не, просто все гораздо прозаичнее. На такой случай, оказывается, Ваком припасли небольшой козырь, который называется кнопка сброса. Офигеть, правда?
Я аж сам удивился, когда узнал об этом, ведь в прилагаемом кратком руководстве об этом нет ни слова, ни о какой кнопочке, да даже о том, что задняя панель съемная. Это уже просто бесит. Так вот, чтобы все починить, нужно просто отодрать эту заднюю приятную на ощупь крышку и нажать эту заветную кнопочку. Затем вновь включить пультик, и все заработает. Зачем умалчивать об этом ваком? Что ж, давайте наконец подведем итог. В общем и целом мы имеем весьма приятный на вид и ощупь, но яростно обгладывающий вашу банковскую карту интерактивный графический дисплей, укомплектованный набором сомнительных фич, просто громаднейшим списком квестов по началу работы для пользователя и через пятую точку реализованных современных разъемов. Однако, должен сказать, великолепным 4К-экраном с приятной четкостью и плотностью пикселей. Буквально на каждом шагу от распаковки и до первых мазков кистью в редакторах вы обязательно наткнетесь на какую-либо занозу, которую из-за вас никто вытаскивать не станет. А это будет вести вас еще к большим разочарованиям, доводить до критической точки, когда вы уже вот-вот и взорветесь, решившись упаковать этот забагованный хлам обратно в коробку и отнести его нафиг в магазин, но... Если выдержите и примете условия этой бессмысленной игры от производителя, в итоге вам понравится 80% от того, что вы получите. Баги драйверов, косячные стандартные настройки цветности и невозможность нормально использовать ластик никуда от этого не денутся. Ну и раз уж я так часто сравнивал продукцию Wacom и Apple в этом обзоре сегодня, да и в свете недавних событий, сейчас хотелось бы просто показать вот такое вот небольшое сравнение. Совершенно некорректное, неправильное, я знаю, но вы только вдумайтесь. За 130К вы получаете либо автономное, высокотехнологичное устройство со своим процессором, операционной системой, камерой, памятью, динамиками, еще более крутым по технологии дисплеем и работающий прямо из коробки без танцев с бубном, либо вы берете себе подключаемый дисплей с геморроем, хреновой цветностью без доп. Настройки, которому вам нужно еще и машину специальную собрать за 30-40 тысяч минимум. Вот кого надо хейтить за цены! Wacom! Я вот уверен, если бы данный аспект техники более широко распространялся блогерами и СМИ, то у нас бы на слуху была фраза вроде да, Apple, конечно же, охренели, но до Wacom еще далеко. Такую вопиющую дерзость им не переплюнуть». Фух, да, вот это обзорчик. Надеюсь, такое обилие разнообразной полезной информации вы хоть как-то усвоили, и вам было приятно и полезно смотреть и слушать. А если что-нибудь еще непонятно, подзабылось или не усвоилось, то специально для таких случаев внизу в описании я добавил тайм-коды по всем темам и моментам обзора. Пользуйтесь, не стесняйтесь. Там же вы найдете ссылки на те ресурсы, где можно найти меня и мои работы. Не забывайте отписываться в комментариях и задавать дополнительные вопросы. На самые значительные из них я отвечу и добавлю их в описание, для того, чтобы остальные не мучились и не скроллили комментарии в поисках ответов. Ну а после этого подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, если обзор вам зашел, пальцы вниз, если вы хейтер, показывайте этот видос вашим неопределившимся с покупкой друзьям, ну и спасибо за просмотр. А да, еще одно, не забывайте про мой Patreon, он тоже есть в описании. Ведь без него у меня не будет возможности делать такие трудоемкие проекты специально для вас. Чисто по фану. К тому же, сами понимаете, такой контент обречен на мизерную аудиторию. Это ведь не реакции записывать. Главное знать, что дракон дракону рознь, London is the capital of Great Britain, и синий — это круто. Удачи!